Привет, друзья мои, добро пожаловать! Сегодня у нас Джойвилл, поэтому поехали посмотрим, что это за интересный новый клон Хаги-Ваги. Потому что игра стилистически похожа, монстры здесь похожие, как бы. Но, судя по отзывам в Стиме, как бы найс. Типа, игра классная, поиграйте, посмотрите. Давай посмотрим, можно ли доверять мнению большинства в этом плане. Мы находимся, я так понимаю, либо это детский сад, либо это какое-то детское заведение очередное. Так, security, поехали. Нажми «Е» для интеракта. Так, привет. Никого здесь нет. Какой-то рычажок, давай дернем. Все в порядке, все нормально. О, привет! Бля, как я вовремя. Слушай, надо пойти купить, короче, лотерейный билет. Я так понимаю, что надо было перелопатить, видимо, все, но когда я подошел к этому, было написано «Нажмите «Е» для взаимодействия». Ну, нормально. Неплохо. Я могу, в принципе, и другие пооткрывать, но, скорее всего, там ничего полезного не будет. Так, у меня есть ключи, хорошо. Уже как бы нормально. Какие-то камеры. Ну, вроде бы, понятно. Там свет потух, блядь. Вот это херово. Вот это мне не нравится. Нажимается? Нажимается. Но толку от этого не сильно много. Бля, плохо. Что за газеты? Так, кого-то, короче, арестовали, какого-то Гаррисона Вандербилта. Он был арестован... Собственно. Так, нажмите Е, чтобы посмотреть. Так, ладно, я надеюсь, что запись уже началась. Я не могу понять, что здесь происходит. Здесь что-то ужасное произошло. Дети начали пропадать. Я, походу, один, кто смог выбраться. Это какой-то монстр. Это какое-то странное существо. Оно преследует нас. Оно в высоту примерно 5 метров. И оно имеет какие-то рот с зубами, зубищами. Все, что я смог, это спрятаться в этой подсобке. В надежде, что меня найдут или спасут. Мне кажется, я его слышу. Оно там, снаружи. Оно находится в этом месте под названием Джойвилль. Что происходит вообще? Какого хрена? Мне нужна помощь. Я прошу, помогите, если кто найдет эту запись. Если вы это посмотрите, то знайте... Что мне очень страшно. О боже. Твою мать. Так, чувак не выжил. Я, пожалуй, закрою. Бля, там он говорит, типа, тварь 5 метров в высоту. Но она, по крайней мере, точно выше этого дверного проема. Как он протиснулся сюда, непонятно. Фу, кровище. Так, надо что-то взять? Хорош. Тут хотя... Блять, тут хотя бы есть какая-то физика. Ладно, пойдем посмотрим. У меня есть ключи, я что-то типа открыл. Или открою. О, привет. Я уже начал думать, что тут свет, который реагирует на мои прохождения. Вот эти вот. Типа дач... Бля, не надо. Не выключайся, пожалуйста. Я не люблю вот эту темноту. А у меня фонарика с собой нет, понимаешь? О, вот, хорош. Так, залет... Ну, аккуратно, коробочки. Так, что? Есть что-то интересное? Щиточек. Красные, синие, белые. А куда чего вставлять? Так, подожди. Красные, синие. Коробки у нас цветными лентами перевязаны. Вон я вижу цифру 2. А, типа 2 это красное? Я понял тебя. Так, 2 красное, 3 желтое, 5 синее, 1... Зеленая. Так, давай начнем. Красный. 1, 3. Так, а какая там очередность? Подожди, сейчас мы все красиво сделаем. Значит, красный, синий, белый. А белого здесь нет, по-моему, белой машины. А, вон есть белая тачка. Так, значит, красный, синий, белый. Так, красный 2. Синий 5. А белый какой цвет?
Надо подождать, потому что свет, ты видишь, как работает. 2, 5. Ну, включайся, ну ебаный рот. Давай, родная. 2, 5, мне нужна цифра. О, я не знаю. Ладно, поехали. Разберемся. Значит, красный у нас 2. Как это работает? А, вот. Синий это 5. Сюда вот. Белый я не знаю какой. Белый непонятно. Потом у нас зеленая. Зеленая это 1. Давай зеленую 1 сделаем. Так, зеленый сюда. Желтый и фиолетовый. Желтый у нас 3, а фиолетовый 4. Желтый 3. Желтый 3. Фиолетовый 4. Значит, белый получается на 6. Так, судя по тому, как где-то прошел ток, значит, я, наверное, сделал все правильно. Но это несложно было. Похожая загадка была, по-моему, Five Nights at Freddy's. Вот из последнего, что мы проходили. Там, по-моему, примерно такая же хурма была. Так, что я сделал? Что мы включили? Что-то включилось. Ну, тут была закрытая только вот эта дверь. Но через нее мы сюда пришли, как бы. Получается, сюда надо. Ладно. Пока ничего страшного особо не происходит, но нас типа напугали, что есть какой-то монстр. В Хаги-Ваги тоже примерно так же было. Разные странные ублюдки, которые пытались испортить нам жизнь. Так, нормально слышно? Вроде бы должно быть все в порядке. Едем. Едем, смотрим. Опять игровой центр. Опять у нас кто-то пропал, как обычно это бывает. То есть здесь ничего не нового, видишь? Вот, походу, вот эта вот страшная хрень с зубами и глазами внутри, то, что чел нам рассказывал. Ули-були, отлично. Ули-були это то, что надо. Так, поехали. Тут закрыто. Так, что в желтый? Понял тебя? Все такое яркое, все такое необычное. Джойвилл, смотри. Place of Entertainment. Отлично. Привет всем. Если вы это видите, то слушайте меня внимательно. Меня зовут Итан Дженкинс. Я работник Джойвилла. Здесь происходят ужасные вещи. Но есть одна, есть информация, которую вам нужно знать обязательно. Этот медведь не просто медведь. В нем встроен какой-то специальный чип для каких-то особых действий. Это очень длинная история, я расскажу вам ее как-нибудь потом. Я не знаю, найдет ли меня эта тварь, но... Главное, чтобы у вас был этот медведь, который позволит вам открывать двери. Смотрите, вы потом все детально узнаете. Спасибо, бля, информативный, шо пиздец. Так, у Мишки 20% заряда, хорошо. О, какой классный рюкзак с единорогом, смотри, а, хорош. Тут больше ничего не надо брать. Типа, все, что мне надо было, я взял. Time to fun. Бля, ну это стрёмно, это пиздос, конечно. Time to fun. А где тебя открывать? Тут? Джойвайл. Джойвиль. Мы его называем Джойвилем. Так, а, типа, чтобы открыть дверь и зарядить комнату, он берет процент заряда с Мишки. Потому что там, типа, какой-то особый чип встроен, понимаешь? Добро пожаловать в ад. Примерно так. Добро пожаловать в мир Джоймиля. Джойвиля. Мы верим, что в Джойвилле дети найдут себе чем заняться. Это будет прекрасное времяпрепровождение. Куча различных аттракционов, и при том наши старые любимые с детства городки, смотри. Так, Эмс? Ой, ни хрена ты прыгаешь. Чуть далековато. Так, а кто помнит, как играть? Там надо как-то прыгать туда-сюда и, короче, дойти до девяточки. Так. Я всех поймаю, кричит этот странный монстр. This monster is just adorable. Отлично. Я люблю Джойвиль. Это типа отзывы, да? Здесь было классно, пишет Том. Мне все понравилось, продолжай в том же духе. Зашибись. Так, ладно. Давай смотреть, что у нас тут вообще такое. Па. Мне это надо?
Тикет. Joy Will Ticket. Так хорош, слайми гамми френды. Но никто их почему-то не ел. Опа! Опачки! Так, я же говорю, смесь Хаги-Ваги, смесь Five Nights at Freddy's, как бы, и вот получилась вот такая вот игра. Вроде пока никто не нападает, поэтому я свободно хожу себе, смотрю, наблюдаю, что тут происходит. Так, я могу подняться. Мишка вроде сам не разряжается, но у меня осталось буквально 10%. Слушай, я пока никого не вижу. Если бы тут ходила какая-то огромная тварь... Так, вспомним детство! О, хорош! Отлично! Блин, классно. На самом деле, если убрать все аспекты ужаса, то место прикольное. Полазить, поприкалываться. Смейки монстры. На превьюшке в Стиме, когда игру покупаешь, вот этот чувак был. Я так понимаю, что вот этот съел нашего оператора. Еба, вот это серьезно. Вот это кош, вот это кытся, да? Нормально так. Машин... Кто-то говорил? Слышали? Кто-то что-то сказал, по-моему. Так, тут закрыто. На экране было показано вот это место, короче. Я слежу за тобой. Ну, пока что он за мной не следит. Да, тут, видимо, взаимодействие, но я предлагаю просто пойти посмотреть по округе, что у нас и как. Оп, и по челюсти. Вот это, кстати, классная штука. В детстве мне очень нравилось. Так, что тут у нас? Тут, видимо, родители сидят, бухают, пока дети отдыхают. И все нормально, ждут, пока отпрыски навеселятся. Ну, неплохо. В общем, наверху тоже что-то есть. Уи, горочки! Ай-яй-яй, горки это топово. Ладно, можно сюда залезть? Оно аж подсветило. Если оно меня не съест, то нормально. Мы сейчас посмотрим хотя бы, что здесь. Ничего. Там, типа, не подняться, потому что довольно скользко. И непонятно, как это делать. Привет. О, это, наверное, медвежья зарядка. Не? Сюда что? А, билет сюда. Ну все, теперь я готов развлекаться. Так, подожди. Подожди, стоять. Стоямба. Никого не смущает тот факт, что оно типа следит за мной. Мне это не очень, блядь, нравится. У меня медведь разряжен. Так, мне надо что, цвета угадывать? Джойвилл. Ну тут лежит, тут солнышко и там радуга. Типа радуга, бля, какие там цвета были? Каждый охотник желает знать, где сидит фазан. Красный, оранжевый, зеленый... Желтый. Ну, это, короче, понятно. Кто-то помнит, где тут красный был? Короче, нам жопа. А, вот красный. Бля, пиздец. Слушай, я предлагаю, знаешь, что сделать? Давай она пусть нас хавает. Давай я... А, блядь! Я не думал, что это так быстро будет. Я понял, что, типа, надо с радугой указать цвета, видимо. Потому что там везли приклеено солнце. О, как у нас неудачно сейф-то прошел. Ладно. В принципе, не страшно. Сейчас все заберем. Тут все быстро. И все, и готово. Никого нет вообще. Что мы, блядь, здесь забыли? Какого хрена? Так, ладно. Я еще не сразу обратил внимание, что там эта херня агрессивная. Так, забирай тикет. Ну, тогда, если мы помним все цвета наизусть, значит, считай, что мы прошли это. Так, медведи сюда. Вот, смотри, красный, оранжевый, желтый, зеленый, синий, голубой, фиолетовый. Сейчас сделаем. Так, вставляй тикет. Красный, оранжевый, желтый. Так. Красный здесь. Вот. Угадали, отлично, там загорелось. Оранжевый. Оранжевый здесь. Хорош! Так, желтый. Желтый здесь. Ну, он такой себе, знаешь, не очень-то и желтый. Зеленый.
Следующий у нас зеленый. Зеленый тут. Так, голубой. Голубой — это как цвет неба. Сюда. Синий. Синий вон у нас здесь. Так, синий. И последний фиолетовый. Тихо, там что-то происходит. Так, последний цвет. Фиолетовый. Вот у нас фиолетовый. А, нет, стоп. Тот? Да? Получается, да? А, какой скрипучий звук. Пока, ублюдок. Бля, стрёмно. Прикинь, если маленький ребенок, типа он не знает, какого цвета где что находится. Какого цвета где что находится. Пару раз так сделал и завалил, короче, и все. Блять, может это обойти как-то можно? Нет, не надо! Твою мать. Ну, это было очевидно, что если ты идешь по таким доскам, то вряд ли они тебя выдержат нормально. Вот, видишь, кто-то здесь уже был, чей-то фонарик мы тут с тобой нашли. То есть там сначала была дыра, кто-то провалился, и потом уже положили эти гребаные доски. Там, по-моему, два глаза светилось. Я могу ошибаться, но, по-моему, там кто-то был. Фух, ладно. Хорошо, так, собрались, все в порядке. Теперь у нас хотя бы есть фонарик, но медведь разряжен. С Мишкой надо что-то делать. Нажми F, чтобы включить. А я понял. Фонарь вроде не разряжается. Ой, бля, сейчас будет жопа. Сейчас, наверное, будет жастка. Жастка секонд. Может, туда пойдем? То есть, по логике, мы типа уходим. Того места... Опасно. Ну, если тут опасно, то подходить сюда точно не надо было. Так, ладно, оно не открывается. Тогда, получается, надо следовать туда, где вылезла эта гусеница огромная. Бля, там продавались желейные конфеты в виде этой гусеницы. Это же охренеть. Привет. Здравствуй, мой друг. Так, тут чисто. У! Твою мать, я думал, ты Халк. Вообще, по-хорошему, надо отсюда сваливать. Ну его нахер. Так, что у нас здесь? Понятно. Так, ну давай смотреть. Ну прям сильно ФНАФом напомнил. Прям даже не знаю, Хаги-Ваги больше или ФНАФ. Можете написать в комментах, какая игра, по вашему мнению, прям сильно напоминает ее. Нет, у нас разряжено. Придется... Придется туда перебегаться, да, на ту сторону. Давай. Вот, отлично. Тактика работает. Тихо. Залезли. Хоп, прыжочек. Вот это мне надо. Не, не открывается, не поддается. Ящики, кстати, тоже не лутаются почему-то. Так, здесь рычаг. А, типа одновременно. Все, я понял. Готово. Вот теперь... Теперь можно и подзарядить медведя, правильно? Спасибо. Спасибо тебе, хозяин. Все нормально, заряжаем медведя. Либо это как электрический стул для него, понимаешь? То есть, ну, вроде по виду Мишка не мучается, поэтому у медведя все хорошо. Никто вроде бы не появляется. Я так просматриваю. Вроде бы чисто. Так что все хорошо, все спокойно. Сколько у тебя там уже? 66%, нормально. Притом, эти штуки не разряжаются, когда он заряжается. Давай, 96, 99. Ох, я бодр сил, я бодр и весел, и нос свой я не повесил. Фух, все, поехали. Поехали. Идем дальше. Сканируем Мишку. Здравствуйте. А туда можно как-то попасть? Смотри, там сломанный экран.
только для авторизированного персонала. Если бы мне разрешили вернуться и взять пару коробок, то, в принципе, я бы, наверное, смог бы туда зайти. Так, что у нас здесь? Коробки. Кстати, может быть, эти коробки можно взять? Они большие, тяжелые. Не-а, туда нельзя. Сектор Д. В секторе Д непонятно, что там. Сектор А тоже закрыт. Вот сюда можно. Не, никого нет. Это просто какие-то забытые богом комнаты. Вообще ни хрена никого. Так, что это? Какой-то экран странный. Так, а ну-ка. Ничего интересного. Геймрум. Поехали. Раз такое дело, пойдем посмотрим. Так, у нас 90%. Мишка, в принципе, заряжен. Так что с медведем, я думаю, переживать нет смысла вообще. Парень этот с камерой больше нам ничего не оставил. Он сказал, только возьми медведя, и дальше ты уже поймешь, как что делать. Зло. Ёб твою мать. Зло, зло, кругом одно зло. А, здесь надо зайчишку, смотри. Систему не обманешь ни хрена. Так что Мишка не подойдет. Может быть, в новых эпизодах это откроется, я не знаю. Так, ну это стрёмно выглядит на самом деле. Не, не надо. Давай без этого. Бля, стремота, ёб твою мать. Ладно, давай нажимай, нажимай! Нажимай. Что-то не нажимается. Нажмите F, чтобы включить фонарик. Так, у нас и так включен фонарь. Там какая-то комната. Сейчас пойдем посмотрим. Даже интересно стало. Нет, понятное дело, что кто-то вылезет. О, Ронни! Смотри, какой у нас червяк Ронни. Включи свет. Двери не открываются. Все закрыто, ни хрена не работает. А если бы сюда еще добавили реально хаги-ваги, вот это было бы, конечно, эпично. Но они визуально похожи. То есть там плюшевые, а здесь такие, как желейные. Так, мне кажется, я тут был уже, нет? Просто локации друг на друга похожи. О, привет! Так, что у нас здесь? Морди! Червяк Морди. Эй, мышка, спокойно. Работаем, все нормально. Вот, вот это уже, наверное, ну не 5 метров, ну, наверное, десятка точно есть. Так, наверное, есть какие-то монстры, которые больше, чем этот Вилли. Джой Вилли, как там? Как он назывался у нас? Юби! Класс! Вот это кайфово, да? Вот это хорошо. Мы же тут были. Я же тут радугу разгадывал. А куда делась вот эта вот херня, которая меня съела в первый раз? Скажи, пожалуйста, куда она подевалась? Так, ладно. Куда надо? Playzone. Тут было закрыто. Тут было заперто. Блять! Ёбаный ты нахуй, ёб... Опа! Куда бежать? Куда бежать, твою мать? Сюда можно? Прыгай, поц! Тихо, тихо! Тихо, гнида! Я могу здесь вылезти, смотри. Что? Что? Нет, не надо в него! Боже, какой ты дебил! Как можно было прямо в объятии этому монстру? Я же хотел по-другому, я же хотел залезть там, чтобы сбежать от него. Ладно. Я тебя понял. Так, давай посмотрим. У нас, получается, была там... Там закрытая дверь, открытая. То есть мне нужно как-то его обмануть и потом выбежать. Сейчас посмотрим. Не знаю, в трубы вообще имеет смысл залазить. Потому что мы залезли, там скользко. И все, он будет стоять до последнего. И хрен он что сделает. Залезть-то он не может. Так,
Хоп, скатились на жопе. Хорош. Так, смотри. Значит, он находится в плейзоне. А оттуда мы пришли. Я пытался залезть сюда, по-моему. Сюда, может быть? Можно, короче, сюда прибежать. Вот тут съехать. Хуй его знает, короче, ладно, разберемся. Ну, идея как бы есть. Там он не залезет, там вообще без вариантов. Горка! Ну, кстати, может быть, на горку. Смотри, пока он сюда заберется, мы по горочке быстро слазим. И все в порядке. Так, попробуем. Ша-па-па, блядь, ша-па-па. Ша-па-па наверх. Быстро. Геннадий, ты что делаешь? Будем его Геннадий звать. О, Гена. Ёбаный. Блядь, он поднимается, ему похую. Вообще, а, я застрял. Я застрял, блядь. Привет. Я застрял. Твою мать. Слушай, его хотя бы рассмотреть можешь. Давай на превьюшку тебя сделаем. Так, он... На что это похоже вообще? Это страшно? Пиздец. Ну, как бы да. Как бы такое. Бля! О, привет! Тут загорелись глаза! Там были глаза! Ну, там же горели глаза, блядь! Наверное, туда надо было. Как у него получается? Я не понимаю просто. Он же там типа забаговался. Он же там стоял нормально. Так, свет потух. Но энергии медведя не хватает, чтобы свет зажечь, понимаешь? То есть, как бы этого мало. Ладно. Хорошо. Тогда смотри, план какой? Может быть, реально надо бежать сразу к этим глазам? Типа, кто-то есть на этой игрушечной вот этой вот всей фигне, который нам пытается помочь. Вот, глаза у него горят, а значит, мы сюда типа идем. Хорошо. Может быть, действительно игра посылает нам сигналы, а мы их просто игнорируем, потому что пытаемся как-то логически что-то делать. А тут надо просто довериться игре. Не, туда точно нет смысла идти, потому что... Там, кстати, стоят эти... Две балки. Они типа не падали. Так, ладно, еще раз. Это забавно. Он всегда нас пугает, это хорошо, это весело. Это заебись, это просто великолепно, блядь! Так, вон, глаза уже горят, смотри, моргают вовсю. Иди сюда. Давай, ну, давай попробуем. Давай попытаем свое счастье. Тихо, 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 спокойно. Спокух. Привет, Олежек. Ты долго там не высидишь, так что иди ко мне. Иди ко мне сюда. Нет, это какой-то горлом уже. Все? А куда он делся? А куда он пропал? Хорошо, следующий вопрос, который нас волнует, куда пропала гусеница отсюда? Потому что она была здесь, ее тут больше нет, а этот инструмент уже не работает. Ладно, хорошо. Эта херота вылезла отсюда, из плейзоны. Пойдем посмотрим, как его зовут хотя бы? Креейт, ну типа монстр, чудище какое-то. Так, ладно, хорошо. Все, взяли волю в кулак. Бля, вспоминается солнце из ФНАФа. Помнишь вот эти вот лабиринты? Вот это ебала была лютая, конечно. Так. Какой-то страшный звук. Try again. Тихо, 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 монитор, не надо. Фу, ладно. Давай разбираться тогда. Что у нас есть? Есть куб. Надо его положить. Там такого же цвета была кнопка. Так, поехали. О! Так, все, я понял. Я прошел. Там он зеленый. А здесь желтый. Так. Вон табло есть. Давай смотреть. Ага, на ту сторону мостик. Но оно временно. Так, зеленый. Зеленая кнопка находится внизу. То есть зеленый, наверное, пока рано. Желтая где? Здесь красная. А где находится желтая кнопка? Я в любом случае могу туда перейти. Давай, наверное, еще раз нажмем. Сейчас разберемся. Я думаю, это не очень сложно будет.
Так что попробуем. Так, вот сюда. А, вот желтая кнопка. Значит, надо было его схватить, его сюда перенести. А зеленая находилась... Там красная. Вон, вижу зеленая кнопка, но она там, на той стороне. Так, тут ничего. Слушай, я могу его сбросить. Давай, наверное, так и сделаем. Так. Вот, сейчас мы пойдем сделаем там. И оно, видимо, поэтапно просто все открывается. Так, поехали. Тогда желтую ставим сразу здесь, потому что мы ее типа туда перенесем сейчас. Каждый раз он сканирует, но у медведя не забираются проценты. Это хорошо. Так, быстро. Быстро сюда. Желтую ставим сюда. Что открылось? Что открылось? Кто-то понял? Зеленая. Сюда, родной. И тут открывается проход, а здесь красная. Давай. Тихо! Не мельтеши! Мы почти делаем, наверное, все правильно. Так, эту можно положить здесь. Красная была у нас, я не помню, то ли с одной стороны, то ли с другой. Но мне надо сначала ее убрать, наверное. Сделаем вот так. А потом сделаем вот так. Оп, без меня не уезжаем. Так, берем красную. Кладем ее сюда. Все. А, ну естественно. Теперь надо их переносить сюда. Что-то мне не хочется сюда красную класть. Бля, это стрёмно. На самом деле, повеселись, получи удовольствие. Угу. Повеселишься тут, блядь, с вами. Так, зеленую сюда. А, так, теперь эта платформа ездит, получается, когда там зеленая. Она опускается. Что у нас тут еще было? Желтая. Красную мы убрали. То есть на первом этаже их не так-то много. Подожди, я могу забрать? Оп, обманули систему. Так, теперь надо все обратно посносить, короче. Красную можно взять? Красную мы не можем, потому что... Либо красную надо в последний ход, потому что красная закрывает нам основной проход. Ладно, красный, сиди тут. Пойдем попробуем желтый забрать. Так, желтый. Сюда, родной. Так, ну вроде норм. Вроде пока можно. У-у-у, ну так нечестно. Ну блин, ну это несерьезно. Так, мы отрубили свет. Мы отрубили свет. Давай сделаем вот так. Эта штука в любом случае... не падай. Давай, родная. Вот. Мы ее сейчас... Заберем наверх туда. Ой, не падай. Тихо, я вовремя нажал. Так, стой здесь. О, здесь можно пройти, смотри. И там открыто, и здесь открыто. То есть, в принципе, я могу их оба вывалить сюда вот. И вообще не париться, правда? Бля, гениально. Не, ну это несложно на самом деле. Так, тут было... Тут уже закрылось. Эту тогда сюда... А красная у нас была наверху, где было написано Evil. Evil within. Опа! Кто у нас тут голова и два уха? Вот мы все сделали. Хорош! 60% у Мишки. Между прочим, у медведя 60%. Что ты делаешь? Спокойно. Нет, как на доске для серфинга вряд ли получится. Так, здесь уже пошли какие-то лаборатории. Пошла какая-то ебала. Что за звук? Блять. Так, ладно. Походу нам надо наверх.
надо! Ёбаный рот! Так, а куда бежать? Все закрыто. А, тут открыли. Там было закрыто. Бегом, бегом, бегом! Куда? Блядь. Он за нами. Свет потух. Систем. Контрольная комната. Нам туда, походу. Нет! Не надо! Не закрывайте, сука! Блядь! Уйди, уйди, уйди! Пиздюки, блядь, а? Вот тебе и тупик. Вот тебе и тупичок. Так, а у нас, получается, был вариант еще пройти... Пройти, по-моему, в другую сторону. Смотри. Оп, и пролетел. Прикол в том, что тут камеры. И кто-то следит за нами и смотрит, как этот монстр пытается до нас добраться. То есть, в противном случае... Вот это прикольно сделано, да? Не хватает только музыки какой-нибудь. Слава богу, что я на этих шариках не падаю. Хоп, и разворот обратно. Так, бегом. Там мы бежали налево. Ух, он за нами. Левел, левел. Наверное, сюда. Блядь, закрыто! Прячься, бот! Значит, нам не сюда. Я почему-то подумал, что здесь какая-то секретная такая вот схема, типа можно пробежаться, но, видимо, нет. Ладно, тогда идем дальше. Значит, двери не трогаем. Потому что нет никаких явных намеков туда, куда тебе надо идти. Типа тут срабатывает такая фигня, оно закрывается. Все красиво, как в рекламе Sony. Я помню, Sony что-то рекламировала, по-моему, с телевизора Bravia. Там тоже шарики летели. Кто помнит, такая старая реклама была. Все, валим. Я даже оглядываться не буду. Мы просто идем вперед и все. Просто валим. Так, тут закрыто. Закрыто. Мы шли туда, там было закрыто. Сюда мы не ходили. Три. Пять. Ноль. 3-5-0. 3-5-0-3. А! Ай! Я же открыл! Блять, я же открыл! Какого хрена он у меня убил? Ебать, тарахтеть, какой же ты душный монстр, а? Давай, запрыгивай в этот гребаный лифт, мазафака! Быстрее! Фу, блядь, я вроде успел. Я не знаю, как он поймал меня в тот раз, но я не хочу. Пока, ублюдок, пока, гнида, гребаная тварь, скотина. Все. Если этот лифт не упадет, то считай, что мы спаслись. И сделали это очень деликатно. Мишка, кстати... О, разряжается, медведь разряжается! Блядь. Все, Мишка в ноль. Все, нам жопа! Блядь, нихера. Отвали от меня, какого хрена тебе надо? Уйди отсюда! Идиот, бля. Где ты? Ты живой? Вот мы, наверное, уже точно не живые. Я так и понял, что лифт, скорее всего, того. У нас был полностью заряженный медведь. Какого хрена, скажи мне, пожалуйста? История им продолжится дальше. Ну, в общем, я надеюсь, что вам понравилось. В принципе, оно неплохо, конечно, сделано. Подождем, посмотрим, может быть, в следующем эпизоде нам прольют свет немножко больше, и мы узнаем, кто в этом замешан, что случилось, и все про этот странный Джоэвиль. С вами был Брэнсил, хорошего, пока-пока.